Новое видео выходит каждый день в 20:00. Так, сейчас я ей позвоню тогда. Так, алло, шлюха, это ты, блядь, админов гондонами называла? Ну да. Да ты, блядь, понимаешь, ты вообще никто, блядь, ты женщина, блядь, это даже не мужчина, нахуй, это как поселок городского типа, вот только, блядь, ты женщина вообще. О, сука, блядь, извиняйся. Нет. Блядь, ну все, сейчас я на нее тогда разоблачение запишу. Пиздец, блять, нет, ну так можно вообще, нет? Всем привет, с вами Фура, и сегодня у нас очередной конфликт, не высосанный из пальца. Дело в том, что сидел я себе такой, сидел, вот отсматривал стримы Мараса в поисках того, где он может наебать человека опять-таки на 1 миллиард виртов, и потом, чтобы я заснял видеоролик на эту тему, как вдруг тут ни с того ни с сего, я захожу на стрим вот к такой стримерше, вот к платной стримерше на Arizona Roleplay Yuma. И вот вы знаете, мне скинули такой, знаете, видеоматериал, в котором она называет всех админов гондонами, понимаете? Гондонами она всех называет! Я специально буду делать такой брутальный мужской голос, для того, чтобы все поняли, что я пафосная, блять, муха в синих очках больше, чем моя голова, нахуй. И вы знаете, вот, когда там, я не знаю, там, Влад Гантеля наебывает человека на 600 рублей, мне вообще похуй. Когда Данте пишет маме, мне вообще похуй. Но, сука, когда обзывают, нахуй, админов гондонами, я не могу молчать, блять. И вы знаете, что я сделал? Я поступил как настоящий мужчина. Я в конфу, блять. То есть, не ей в личное сообщение, она всеобщее обозрение, ну специально, чтобы все видели, как я ее унижаю. Я ее, значит, выделил, блять, вот выделил через собаку и написал «Привет, шлюха». А потом я сказал, что «Я любя». И вы представляете, сразу нашлись какие-то вот эти моралфаги, блять, которые начали меня осуждать, говорить «Ты, блять, долбоёб, ты делаешь какую-то хуйню, высасываешь, блять, конфликты с пальца» и так далее. Ну вы знаете, я их не послушал, потому что я, блять, я Брайан Фьюри, я за правосудие, вы знаете, то есть я вообще, я горжусь тем, что я разоблачил Мараса Шакура, а это не хухры-мухры, блять, его чтоб разоблачить, нужно сеть там коррупционных схем найти, блять, и понимаете, и все, блять, а я, вы понимаете, то есть никто из админов не оскорбился, но я вот специально скажу, что все оскорбились, и вот вы знаете вообще, что произошло, блять, а я вам расскажу, что произошло, вот, то есть она назвала нас всех гондонами, блять. Гондон меня, блять. Я гондон. Да я не гондон, блять. Я не гондон. Вы понимаете, я Брайан Фьюри, блять. Я в очках, блять. У меня на видосе про Мараса 300 тысяч просмотров, блять. Я не гондон. Я, блять. Я не гондон. Понимаете, то есть? Я, блять, Брайан Фьюри. Естественно, я как настоящий мужик. Я не стал терпеть и написал вот этому, знаете, эскамейсу. Я блюститель правопорядка, но один я, соответственно, не смог разобраться. Написал эскамейсу. Мэйсону, блять, говорю, нет, ну нужно что-то решать, а он говорит, да ты еблан тупой, блять, заткнись нахуй. Ну я и подумал, что нужно уже записывать видеоролик, блять, потому что, ну это просто, блять, невозможно, чтобы среди бела дня, блять, админов называли гондонами, блять, я гондон, а может быть, блять, вы гондон, я хуй пойму, блять. Пиздец, нахуй, нет, ребят, ну вот, кто согласен, плюс в чат нужно поддержать, поддержка мне сейчас нужна от вас, потому что в самом деле, вот это алоха мисс, блять, вот это неподобающе, чтобы, вот знаете, стримерша, вот эта вот платная стримерша, чтобы она вот такое себе позволяла, потому что, как только ей нужна какая-то помощь, она идет за админами, а вот тут они вдруг гондоны, блять, и она еще говорит, что она любя, блять, любя, она это говорит, да пошла ты нахуй, шлюха, блять, я твой мать ебал. Тебе понятно, вот это я любя, если что, это я любя. Твоего деда, блять, на кресте распяли, а потом в сарае сожгли, блять. Это я любя, если что. Нормально, ребят, я ее, да, вот так вот надо этих женщин, блять. ББПЕ, ТНН, блять, инцест, нахуй, без баб и так далее. В общем, ладно, с вами был я, блять, Брайан, не высасываю конфликты из пальца в Фьюри, блять, Фьюри, там, чикак меня, да похуй. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, блять. Знаете, кого вы смотрите, блять? И кто тут реально гондон, нахуй?